Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик. Так, сегодня 17 февраля. Вот, посмотрим, что новенького. Вот бытовочку, которую для волонтеров поставили вот впритык к дому. Вот, сейчас там полы стелят. Вот, сегодня прекрасная погода. Вот, теперь вот бытовки все, вот, которые там вдоль забора стояли, теперь их вот сюда и будут делать бытовка с выгульником. То есть потихонечку будут делать, чтобы из бытовок там выгуливать. Вот. А эти вот пока остались в рядок. Ну, только против солнца плохо снимать. Вот рыська деловая, не дает собачке погулять. Вот, я сейчас туда пойду, возьму гостинчики, пойду свою любимку навещать. Вот, чудесная сегодня погода, просто солнышко. Рысюнька! Рысюша! Рысюнчик! Рыся! Рыська! Рыся! Рысь, иди сюда! Иди сюда! Не ходи туда! Да! Рыська тут у нас самый главный! Рысь, иди сюда! Рыся! Рыська! А вы идите с ним туда, подальше! Нет, туда, в ту сторону лучше. Рыська, иди сюда. Рысюшка. Рыся. Хулиганка такая. Не дает собачке погулять. Рысюнька. Рысь. Ребят, сегодня такой замечательный день. Ну и уже видно, что дело к весне. Вот тут уже вот эти вот, ну, вот эти вот подиумы, не знаю, как это называется-то, вот эти дощатые вот эти полы, уже не такие мокрые и не в снегу. Все вот тут растаяло. Вот. Здесь-то, конечно, снега еще полно, и лед вот там отколупывали. Вот. А так уже вот сухо, собаки почуяли весну, и вот греются тут на солнышке. То есть лежбище морских котиков называется. То есть вот они нежатся уже, эти солнышко пригревает, поэтому вот эти досочки нагреваются, они вот на них лежат с удовольствием. Вот везде лежат. И по той стороне. Вот, просто сегодня солнце, я даже ничего не вижу в экран, что показываю, ну так. Вот, поэтому снега, конечно, еще навалом, тем более, где не чистили, вот около забора там полно. Тут-то они растаптывают, вот. Ну, по крайней мере, уже вот эти все полы все сухие и теплые. Вот, поэтому они валяются на солнышке. И солнце сегодня, кстати, припекает, тепленькое. А это, пока я тут рассказываю, вот это, которое от меня не отходит здесь, в 41-м вольере. Вот чернушка такая, хвостик беленький у нее, пузико беленькое, на шейке тут беленькое. Вот, очень ласковая собачка. Но она, конечно, покрупнее, чем вот та моя любимая в 49-м, но все равно. Вот, пойду я, наверное, за гостинцами, потому что я с пустыми руками как-то это... И, кстати, вот эта вот собачка, вот эта вот, которая была трусишкой и не выходила, все, она теперь меня не боится, вот, вылезает ко мне. Вылезает, сейчас будет ласкаться. Вот она. А выходить не хотела, очень боялась она. А сейчас вот видит, что я ничего плохого не сделаю. Вот. И очень тоже хочет ласки. Она вот очень, очень пугливая вот эта собачка. Большая. Вот она большая. Такая пухленькая. Вот это. И ну иди ко мне, пока никого нет, я тебя поглажу. Ну иди ко мне, моя хорошая. Ой,
Ну, вот это не дает. Так, залезай. Ну, дай, слезай с меня. Давай, слезай, поделиться надо мной. Вот. И черненькая не отходит, и вот эта вот бояка вышла. То есть все меня уже не боятся, никто меня. Ну, даже самые трусишки не боятся. Вот он вышел. Пошел опять в домик. Не знаю, или пошла. Девочка, наверное, это. Вот. Очень сладкие все собаки, трогательные. Агрессивных нет собак. Вот одна у меня под мышкой, вторая тут нализывает. И такая нежная, она вот хочет покусывать, но тоже так нежно это делает невозможно. И вообще не отходит от меня, не отходит. Ой. Всем им нужен дом. Всем нужен дом, деткам нашим. Вот, выбирайте собачку. На любой вкус и цвет. И большие, и маленькие, рыженькие, черненькие, беленькие, лохматенькие, лысенькие. На любой вкус. На любой вкус. Выбирайте. Им всем нужен дом. Всем нужен дом. Всем. Так, волонтерский взгляд изнутри. Вот мы тут с Натусиком рубаем лед. Вот уже половину очистили. Вот вся проблема в том, что надо как-то это вывести. А тут собаки стоят на страже у ворот, чтобы выскочить. Да, вот этот рыжий удрапал только что. Да. Так что приезжайте помогать. Смотрите, тут какие льды. Айсберги. Да, Натусик? Да. Мужики, подтягивайтесь. Помогайте нам. Как там можешь комментировать? Да прям, ты знаешь, у меня даже слов нет. Что говорить? Лариса с ломом, картина маслом. Мой, видите? Вторую вольерку лупает. Видите, как она ловко управляется? С ума сойти. Лариса, так давай, что, да? Пошустрее. Приезжайте помогать. Вот здесь больно большой слой. А-а-а. Я с одного раза не могу. Красота. Вон Виколя бегает тут. Кто? Лариса трудится. Собачули носятся. Очень да, весело. Собачки, не стойте под стрелой. Да, тут зашибут. Берегите лапки. Вот к нам Лена ползет на подмогу. Одни девки. Да. Опусти ее, Натуль. Пусти Лену. Натуля! Лену пусти. Ворота открывай. Нам подмога идет. Честно говоря, мы с Натулькой уже выдохлись. Так. Вот такие вот кучи получаются. О. Как мы до этого, до цемента доколупали. Давай, колю. У меня уже руки не поднимаются. Нет, другой стороной лучше, Лен. Ты думаешь, да? Да. Вот этим лучше. Ты, может быть, наоборот встанешь на это, а то еще это. Махнешь неаккуратненько. Так что, девочки, мальчики, приезжайте помогать. Лена, вот отец работает. Так, вот у нас там
такое лежбище уже весну почуяли. Вот с этой стороны вольеров, вон, посмотрите, один вольер, второй, третий. Все собачки лежат на солнышке. А вон моя скромненькая. Я к тебе приду, моя золотая. Да, лежат на солнышке, на солнечной стороне, вот на этих деревяшечках. Вот. А мы с Натусиком... О! Нагребли какую кучу. Теперь не знаем, как это вынести отсюда все. Вот, уже около дверей уже. Уже около ворот. Да. Все, мы вот вольер один отколупали. Первая кипится в нашей бытовке. В нашей супербытовке. Вот смотрите, какая красота. Кофепитие. Ну, раз Лена, да, кофепитие. Потому что с Надей приехала. Вот так вот. Так, все смотрим и завидуем. Все? Ваши счастливые лица запечатлела. Спасибо, девочки. Спасибо, ребят. Мальчишки, девчонки, миленькие, спасибо вам. Спасибо огромное-огромное. Спасибо.